В воздухе отчетливо пахнет выборами. И хотя муниципальные выборы пройдут в Татарстане в единый день голосования 13 сентября, подготовка к ним уже ведется. Сегодня депутаты, что называется, причесали избирательный кодекс, проголосовав за исключение из избирательных бюллетеней строки «против всех». Включение строки «против всех» кандидатов на муниципальных выборах на практике, пусть даже теоретически, но может привести к затруднениям, так как в соответствии с федеральным законодательством, в случае, если число голосов избирателей, подданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов, меньше, чем число голосов, подданных против всех кандидатов, выборы признаются несостоявшимися, и итогом голосования может стать отсутствие избранного депутата. И, соответственно, проведение повторных выборов потребовало бы дополнительных расходов на организацию и проведение повторных выборов. Кроме того, депутаты проголосовали за учреждение в Татарстане новых государственных наград. В частности, помимо уже существующего ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» появится орден «Дуслык» – «Дружба», а также медаль к ордену «За заслуги перед Республикой Татарстан» и новое почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики». Заслуги определенных лиц, которые внесли весомый личный вклад в укрепление дружественных отношений, в развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между Республикой Татарстан и субъектами Российской Федерации, а также другими государствами, такой вклад должен получить адекватную оценку на государственном уровне. В связи с этим законопроектом предлагается учредить новый орден. Название этого ордена «Дуслык» говорит само за себя. Статутом этого ордена предусмотрена возможность награждения им граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. В качестве почетных гостей в работе сессии приняла участие делегация Великого национального собрания Турции во главе с председателем Джемилем Чичеком. На заседании был подписан меморандум о дальнейшем расширении взаимодействия между парламентами Татарстана и Турции. Документ скрепили подписями и подарками. Фарид Мухаммедшин преподнес Джемилю Чичеку картину с видом Казанского Кремля. Последние годы президентства президента Путина Владимира Владимировича и президента Турции господина Эрдогана показывают, что наши отношения сближаются. Мы много видим интересных точек соприкосновения. Это не только туризм, когда можно улететь в Турцию, поплавать в теплом море, отдохнуть. У нас много экономических проектов. И мы очень признательны, мы нефтедобывающая республика. Мы признательны тому, что турецкое руководство при поддержке парламента, по всей вероятности, я уверен, проводит такую миролюбивую, дружественную, понятную политику в отношении с нашей большой страной, с Россией. Нас это радует. И мы хотим подставить свое региональное плечо, татарстанское плечо. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, эфир 24.